Урана. Так. Как я и обещал в одном из видео, мы недавно в опуске поменяли фары, то есть мы заменили старую оптику. Видите, какая красивая фара. Правда, не удалось поставить на место реснички, потому что их очень хорошо приклеили. И вот у нас получилось их срезать с первого раза. Вот сейчас ждем новую струну и будем, ну или будем ставить реснички новые. Наверное, проще всего новые поставить. Вот такая фара, как мы видим, нет у них здесь косяков уже, какие были раньше. Нет сколов, нет уже таких деформационных каких-то повреждений стекла, причем самое что удивительно с внутренней стороны. Вот такие у нас фары. Так, попробуем включиться. Сейчас посмотрим, как это все выглядит издалека. Вот так у нас светит габариты теперь в машинке. Вот такая вот интересная конструкция. Да, вот теперь такой габарит. Вот он будет интересный. Так. Вот. Включаем головное освещение. Сейчас мы попробуем включить поворотник и аварийку. То есть есть одна такая фишка, новый фар, сейчас покажу. Вот видим, что работает стандартная аварийка. И у нас еще включились вот видите, обычные, да, стандартные поворотники, ну, и еще вот то, что у нас было как-то дополнительный габарит, теперь может выполнять функцию поворотника, ну или аварийного огня. Вот сейчас мы сделаем включение поворот налево. Налево включен. Так, смотрим. Вот, видите, у нас габарит теперь как бы помогает и дает нам еще функцию поворотника. Вот такие новые фары ролики получились. Так, вот. Так. Итак, у нас с вами новые фары на Муранке. За 50 стоят вместо штатных стеклянных. Вот посмотрим, что будет. Мы включаем габариты. Во. Так вот. Так, и ближний свет. Вот. Поедем, смотрим, что у нас будет. Ну что будет. Оптика, конечно, супер, стала лучше на самом деле, потому что со старыми фарами было как-то немного некомфортно. Так, а сейчас включим дальний свет. Во, вообще класс. Да, прожектор. Вот. Так что, вот так вот, вот такие у нас фары у Мурлыки, новые. Соединение со спутниками установлено. Дальше будет еще интереснее. Пишите комментарии, оставляйте свои вопросы. Если кому интересно, могу дать координаты в мультисходе, это все делалось. Вот. С вами был канал Мир вокруг Пилобита. Рубрика Хроники Ниссан Мурана. Всем привет, до новых встреч. Пока.
И у нас с вами сейчас будет небольшой такой бонус. Это мы совершим поездку по дорогам Подмосковья, где как раз-таки освещенность практически нулевая, то есть таких ярких столбов освещения нет. Время уже такое достаточно будет позднее. И вот как раз посмотрим на эффективность новых фар, да, у Мурлыки против слабо освещенных подмосковных дорог. Итак, приготовились, наслаждаемся поездкой. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал.